Друг, привет! Пожалуйста, подпишись на канал. Просто нажми на кнопку подписаться. Пожалуйста, оцени мой труд. Ставь лайк на это видео. Кстати, я буду очень рад. Я думаю, ты поставил лайк и нажал кнопку подписаться. В описании под видео есть WhatsApp видеоуроки. Бывают моменты, когда телефон потерялся, либо украли, либо что-нибудь случилось с телефоном, либо с WhatsApp, либо программа заглюкнула. А архив сообщений надо, хоть убей. Тогда заходим сюда, нажимаем на настройки, заходим чаты, и у нас здесь резервная копия чатов. Обязательно нажимаем резервную копию и у нас резервный копирование на Google Диск. Google Диск официально, когда вы открываете Play Market, когда заходите в или App Store, если с iPhone, либо когда автоматически вы открываете YouTube, тогда автоматически у вас открывается Google Диск. Google Диск — это облака, как Mail.ru, то есть она сохраняется, но не увидит только кроме вас, никто не увидит. Автоматически выбираете ежедневный, еженедельный, либо ежемесячный. Можно вот так. Я никогда сделал, так как для меня пока это не нужно. Использовать можно только Wi-Fi, либо мобильные данные. Кстати, если хотите тоже добавлять видео, тогда вот это тоже включаете. И все. То есть, когда вы заходите на WhatsApp, WhatsApp будет рекомендовать. То есть, резервное хранилище есть. Восстановить, вы нажимаете восстановить. И все. Как обычно, вы продолжаете. То есть, архив сообщений все сохраняется.